Гай, с вами Шмаки, мы продолжаем родить игру под названием Вольфенштейн. И это у нас Блахович. Блашкович, Блахавчик. Так, мне нужно куда? Мне нужно, получается, отсюда выйти. Я слышу зомби. Ох, черт, и тут маг. Не, давайте мы пойдем с вами через безопасный проход, который мы с вами недавно открыли. Так, что здесь нужно лишь посмотреть. Безопасно чем? То, что мы сейчас просто спрыгнем с этой высоты. Я надеюсь, я не разобьюсь. Ну, туда вот вниз. Не знаю, что у них тут происходит. Не хочу знать. А, я... Агент Блашкович, если братьев Золотого Рассвета держат на швейной фабрике, значит, их приговорили к смерти. Пожалуйста. Мы ведь ученые, а не бойцы. Не могли бы вы спасти наших братьев, пока не поздно? Окей. Объект, обнаруженный вами под фермой, использовался нацистами, чтобы выращивать такие кристаллы, как у тебя. К счастью, их искусственные кристаллы оказались намного дикие хуже. Существа, которых вы видели на подземной базе, это гемайн, нюхачи, как их называют нацисты-охранники. Они появились в результате экспериментов с Тулийским порталом. Они могут чуять энергию черного солнца. С их помощью нацисты отбирают чистейшие из производимых кристаллов. Понятненько. Задание выполнено. Так, а что мне по заданиям теперь? База исследований. Вернуться в явку к рейсу. Данные, карта. Так, это оттуда. Здесь мне... Так, мы ходили на базу, нет? Так, подожди, где отсюда выход? Удачи вам в выполнении задач. Спасибо. Так, это получается мне сейчас выйти, нужно обойти сюда. Блин, не знаю, ладно. Тут мне сейчас должны эти сторожить. Эй, ты! Эйзенштадт! За свободу! А, это Харвасе. Так им и надо! Чего? Осторожно! Это что за барышня? Не дайте обойти вас с фланга! Хороший выстрел! Прикройте меня! Так, мне по-любому нужен черный рынок, ребят, потому что... Это пускай все идет в жопу. О, золото. У нас 13 тысяч! Ни хрена себе! Подожди, а сколько мне тогда все-таки дали? Добавили этот проход сюда. Он тут всегда был? Если да, то его что-то не припоминаю. Ну ладно. Еще выше. Так, сейчас магию мы немножко пополним себе. Ну да, только вниз. Почему выше?
почему выше? Куда выше? Я же правильно за... Идите в сраку. Давай, в исследовательский центр. Перемещение базы исследовательской ЦЦ. Подожди, куда... Да что мы выполняем? Так, давайте сразу я посмотрю по данным. 10 золота, 4 и фолиант. Взять его! Вперед! Граната! Отряд отпустил! Золото тут летало? Удивительно, что тебя взрывом не убило, приятель. Я видел тебя. Освободите меня! Да все, все. Спасибо, Биджей. Ты освободил других агентов Золотого Рассвета? Да! Ты иди дальше. Я сам выберусь отсюда. Хорошо, приятель. Так, ну я понимаю, здесь не так уж будет сложно. Быстро в укрытие! Подожди, слишком... Прикройте меня! Позовите санитара! Нужно по блинкалке смотреть. Заряжаю оружие! Осторожно! Граната! Огневая поддержка! Американец! Что? Ладно, 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 я... Беги. Я тут все же подбирал, да? В укрытие! Происходит в этом чертовом мире. Ладно, я пока что спрячусь, надеюсь, вы не против. Перезарядка! Прикройте меня! Пошли, пошли! Дело в том, что я еще не выкупаю, откуда по мне палят. Ладно. Окей. Укрытие! Держать строй! Хватит прятаться, труп! Я не прячусь, а вы прячетесь там сверху. Чего? Она эта пукалка его разносит. Осторожно! Ну по мне, знаете, тоже я так смотрю. Не останавливаться! Урон не просто так попадает.
А мне урон тоже не просто так попадает. Воу-воу! Тихо-тихо! Подожди, мне нужно заполнить немного силу. Ладно, буду использовать автомат. Оу. Я думал, ее спасти можно. К сожалению, ее спасти нельзя. Хлыст. Это всего скорее хлыст для этих барышень. А где-то, значит, я еще, да, данные упустил? А где тогда еще данные? О, боже, их открывать очень долго, их лучше ломать. Классно. Классно. Здорово. Вот я. О, деньги, подожди. Тебя убьют по пути. Вы спасли мне жизнь, Биджи. Я ваш должник. Ага. Вы освободили моих друзей? Да. Не беспокойтесь обо мне. Не беспокойся. Благодаря проведению оккультных ритуалов, а также научным исследованиям, мы начинаем постигать внутреннюю сущность тени. В дополнение к способности действовать за пределами реального времени, мы также обнаружили способ захватывать и отражать снаряды. С полной уверенностью могу сказать о том, что скоро нам откроются все тайны Черного Солнца. Успех близок. Я понял. Я сам выберусь отсюда. Ну, давай. Что стоишь? Я вот думаю. Укрытие! Пошли, пошли, отступаем! Так, ладно, пока там поваляйтесь, я хочу немного обследовать это. Ага. Ну ладно, эти данные чертовы. Капитан Рихтер, по вашему приказу мы прибегли к помощи элитного подразделения охраны при допросах недавно захваченных нами агентов Золотого Рассвета. Охранники близки к тому, чтобы сломить сопротивление пленных. Однако, я боюсь, что они могут зайти слишком далеко. К счастью, в нашем распоряжении трое пленных. Да, эти барышни, это жопа. Так, где-то здесь я видел сумочку с гранатами. Недалеко. Так, для автоматика. Зачем здесь лестница? Фиг его знает. Наверное. Да, сейчас поможем. Это сюда, я понял, залезть.
Ты спасен уже, да, ты спасен. Что я еще не нашел, подожди. Одни данные и два золота. Хорошо. Пожалуйста, помогите! Нацисты держат меня в плену! Золотки. Отряд, пошли! Пошли! Сюда! На помощь! Быстро помогите! В укрытие! Отпустите меня! Прошу вас! Какой? Они держат меня в плену! Какого черта нацисты сюда... тут появились? Откуда? Пожалуйста, освободите меня! Слушай, о, все, я все нашел, да? Помогите! Я здесь! Да, сейчас все сделаем, подожди, не паникуй. Пожалуйста, помоги! Ты у нас, получается, последний. Вчера нами был обнаружен ужасный факт. Не все призраки бездеятельны. Мы провели эксперимент, уничтожив несколько этих созданий в то время, как они собирали энергию Черного Солнца. После этого на нас неожиданно напал новый вид призраков. Прежде чем мы смогли покинуть тень, они выпотрошили нескольких моих коллег. С настоящего момента мы должны взаимодействовать с призраками с большей осторожностью. Это которые летучие вот эти? Нацисты держат меня в плену! Или не летучие? Благослови вас Бог, Пиджей. Вы освободили остальных агентов Золотого Рассвета? Ну да. Вы делаете, что должно. Я сам выберусь отсюда. Сюда! На помощь! Помогите мне! Ты дурак? Выйти из здания. Эй! Выпустите меня! Прошу вас! Ты же сказал, сам выйдешь отсюда. Мне нужна ваша... Я прорвался на заброшенную фабрику, на которой эсэсовцы собирались допрашивать троих агентов Золотого Рассвета. Без сомнения, Цетта прекрасно знает, чем эта организация занимается в Айзенштате. Мне удалось вовремя освободить агентов. Надеюсь, теперь доктор Александров будет мне доверять. Может быть. Ну, любимая сила – замедление. Но она полезная. Сила замедления, она полезная. О, привет. Так, куда мне идти? А, задание выполнил, да? Все, да. Так, хорошо, что мне сюда идти. Потому что вот этот черт, они довольно жесткие. Данные плюс. Так, подожди, а какие у меня уже были? Разыскивается за измену Эрик Энгли, второй человек в кружке Крейсау. Эрик Энгли ответственен за разработку и проведение мятежниками из кружка Крейсау нескольких терактов. Он напрямую виновен в гибели мирного населения и военных. За любую информацию, которая поможет схватить этого преступника, объявляется вознаграждение. Хорошо. Спасибо всем, до свидания. Да, хорошо, что здесь у меня есть короткие пути. Сейчас бы дрался с этим, с роботом. Ну, с роботом-то ладно, мне бы просто пришлось замедление времени юзать. Так, давайте сразу на черный... А, мне как раз и на черный рынок и надо, да? Да или нет? Нет, мне нужно сюда, но... Все равно. По пути зайдем на черный рынок. Антон и Штефан ждут тебя. Гляди, братец. Знаешь, ты много сделал для Айзенштата. Но нам совсем ни к чему, чтобы война кончалась. А кто меня ждешь? Ты ждешь? Я узнал твою тайну, друг. У тебя неплохой послужной список. И еще это ваша служба тайных операций.
Никогда о ней не слышал. Но у всех свои секреты. Может, к вам? Так, это канализация. Я всегда пустая. Да, золото уже почти забито. Хочешь совершить покупку? Да, хочу. Ни хрена тут нового, сколько всего. Давай МП4. У меня... Сколько у меня денег? 16 тысяч. Барабанный магазин. Оснащенное оружие более частой нарезкой, которая сильнее так закручивает пули и значительно повышает точность стрельбы. Барабан я возьму. Так, 1500. Коряк. Калибр. Модифицированный ствол с пуками коней позволяет зарядить более тяжелые пули с помощью взрыва, что значительно увеличит повреждение способности. Штык. Штык не знаем. А, вот этот автомат. Сначала ложим более частой нарезкой, которая сильнее закручивает пули, значит повышает частность. Точность стрельбы. Модифицирует спуска механизм, позволяет заряжать более тяжелые пули. Пули я улучшу. Взломка комплекса и система отвода газа, что снижает отдачу и... Блин! Консервный завод мне бы. Прицел я хочу очень сильно этот. Так, ладно, давайте сразу улучшаем. Черт, хочу. Консервный завод. Мы были там или нет? Интересно. Барабан. Так. Фотонная пушка. Сначала оружие системы выпуска отрабатываем газов, упрощает прицелы и облегчает перемещение. Всего 7 патронов может быть. Так, так, так. Ракетные стабилизаторы улучшают аэросвой сварки, что увеличит точность, значит эффективность, радиус. Подсумок. Модифицированный боевой ракет позволяет начинать ее большим количеством взрывчатки вещества, что увеличит радиус взрыва и повреждения способность. Так, мы делаем вот что с вами. Подсумок. Ага. Теперь мы идем. Давай в тень. Воль добром изучать древний фелис, открываем, что эти кристаллы могут еще сильнее увеличить за энергии. Так, увеличим. Щит. Синий кристалл позволяет так, к сожалению, что сопрощет, он не отражает пули. Как стеклы. В сочетании со способностью щит, он отражает пули. Замедление. Так, мы сразу с вами сначала улучшаем эту. Только красного кристалла, острый как бритва. В сочетании со способностью усиления он позволяет пробивать большинство легких укрытий. Пускай будет. Щит. Тень. Гранаты. Увеличь количество взрывчатки вещества в гранате, что сознаешь взрыв. 3000. Нет. Орудие. Улучшенная батарея. Фотонная пушка. Еще есть что-то улучшить? Ладно, давайте улучшим. Так, короче, у нас МП полностью улучшено. Коряк улучшен. Где-то мне нужно консервный завод какой-то найти. Ну, в принципе, остальное я ничего не юзаю. Способность я, так сказать, поднял. Ладно, так, куда нам получается идти? Карта. С улицы просто выйти, ну, я выйду. Но мне лучше через этот пойти. Это я здесь на улицу поднимусь, да? Это я здесь поднимусь. Второй проход у меня... Вот здесь я поднимусь. И смысл... Ну ладно, здесь я поднимусь, сейчас обстрел сделаю и пробегу.
На удивление, тут никого нету. Боже, консервный завод — это вот это, да? Странно. Ну это пап. Пивная. Подожди, а где консервный завод здесь? Наверное, здесь не будет, да, написано? Вот здесь где-то в промежутке нужно искать. Да, бабенки жесткие какие-то. Окей. Того у нас, что здесь происходит? Там пипец происходит. С возвращением, Биджей. Ты неплохо поработал? Нет, друг мой. Да. Где? Ты или счастливчик, или безумец, раз сам лезешь в петлю. Все равно, с возвращением. Спасибо. Некоторые части уничтоженного тобой устройства были доставлены с заброшенного консервного завода в Эйзенштадте. Придется тебе выяснить, что к чему. Это все, Биджей. А, я хотела сказать, что к нам присоединяется все больше людей. И во многом благодаря твоим подвигам. Спасибо. А ты только что сказал консервный завод? Так, операция журнала, подожди. Консервный завод. О, как раз мы там купим себе и прицелик. А, далеко этот консервный завод? На карте. Так, это стена. Ладно, разберусь. Удачи тебе, Биджей. Thanks. Не дайте Янке сбежать. До свидания. Ха. Ладно. Откройте меня. Ха-ха. Нашел попасть, да, ним? Прикольный штык, довольно быстрый. Малать, у них стоит укрытие, они идут за стену. Сразу видно, ребята прошаренные. Так, это куда мне надо, да? Мы дойдем с вами до фабрики этой, ну, консервного завода. И, в принципе, на этом закончим. Консервный за... Ух ты ж, ё-моё. Стой, а где консервный... Сейчас мне нужно будет выйти и по-тихому отсюда валить. Потому что там до хера этих тварей бегает. И плюс волшебник. Я не понимаю, почему он стреляет по одному патрону, потом... Короче, странно. Работает херово автомат. К
как надо. Ой, стой, тут что-то есть? А, мы здесь, да, подбирали денежку. Ну, слушайте, 16 тысяч, которые у нас были, они довольно быстренько улетучились. Да, я не могу использовать те же самые, что у нас были, двери уровней переиграть, чтобы... Ну вот, короче, проход в консервный завод. Поэтому, я думаю, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.